Всем привет! Сегодня я буду готовить омлет с помидорами. Я его никогда не готовила. И мама сказала, что не будет мне мешать, даже если у меня придется яйца поднимать с пола. Начинаем! Я тебе сказала, нужно. Почти будет готово все это мой труд. Ничего не буду делать за камерой. Чтобы вы все знали. Я дружу. Так. Я почти зарезала тебя помидор. Я выиграла. Помидор, я выиграла! Ты вставка какая-то. Ну а теперь... Побеждал. Убираем доску в сторону. Я здесь. Готовка уже идет по плану. Достаем яйки. Яйцо. Два. Второе потом достану. А мама говорила, что мне нужно будет яйца с пола собирать. Как невкусно. Первое яйцо разбито. Второе яйцо. Кстати, хорошо разбито. Бе! Как невкусно все это. Никогда не трогала яйцо. Ух ты, какое оно мягенькое. Бе! Второе яйцо разбито. Сейчас я уйду. Короче, камера все видит. Маленький кусочек. Я сейчас приду. Я здесь. А теперь вот это маленькое яйко. Яйцо. Нам нужно смешать с молоком. Молоко мы наливаем. Молоко, 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 молоко. Оп. И наливаем, наливаем, наливаем. Сейчас мы помешаем. Ой. А, это не кожура. Как-то невкусно получается. Концепция поменялась. Как красиво. Это было как невкусно, теперь ух ты, как красиво. Так, это кожура? Нет, это не кожура. Омлетовая мандала.
кошариц. Вкусно как! Боюсь, блин, этого. Я настоящий гурман. Обжарю помидорки. Ты сказала, что уезжать будет невыносимо. Как вкусненько. Мне нужно переворачивать? Переворачивать не нужно, ну, мешать. Помешать можешь, да. Какая смесь. Какая смесь. Какая смешная смесь. Какая что-то подожгу или нет? Омлет! 3 года его ела! Ням. Я уберу. Омлет готов! Такое блюдо вы можете себе приготовить сами. Приятного аппетита!